Друзья, здравствуйте! Приветствую каждого из вас на моем канале. Сейчас ты смотришь 12-ю часть второго сезона прокачки с нуля в Escape from Tarkov без барахолки. В прошлой части мы выполнили рожки для мороженого, садоводство часть 2, путь охотника крепыш, друг запада часть 1, путь охотника охрана, а также улучшили прапора и егеря до второго уровня лояльности. Также хочу выразить свою благодарность за финансовую поддержку канала Максиму, а также Михаилу Шпателю. И за активную позицию в комментариях хочу поблагодарить Павла Ипполитова, Александра, Леончика Запупина, Алексея Геймс, Тамерлана Алтаева, Редиску, Михаила Шпателя, Форте 39 Рус, Серхио М, Александра Глебова и Сергея Пинчука. Принимаем квесты у торговцев. Прапор выдает нам устранить диких выстрелом в голову с расстояния больше 35 метров. Неплохо, кстати, за это нам 0.02 репутации дает. Миротворец. Найти и передать карабин Сайга. Бестолковый квестик. И лыжник. Выжить с локации. Лес. И вот я, ребят, на берегу. В этом сезоне первый раз я сюда, по-моему, зашел. Решил выполнить квестик с закладкой СВ-98. Так как у меня сейчас на схроне вообще места просто максимально мало, хотел пойти за дикого на этот самый на маяк, поискать предметы, еду для обмена на холодильник, для улучшения санузла. Ну, я если просто за дикого зайду, мне его потом некуда будет выкидывать. Поэтому, дабы немного разгрузить место в схроне, вот было принято пойти решение на берег, заложить СВ и вот хоть немного, хотя бы этим, освободить местечко. Бегу сначала к коттеджам, здесь сейчас прошвырнусь, посмотрю курточки, может получится каких-то ключиков найти хороших, а потом уже побегу закладывать. Как раз пока я здесь буду лазить, ребята там зайдут, пролутают Норвинский и уйдут оттуда. Думаю, будет уже относительно безопасно. Вот сейчас как раз интересно, пока я здесь буду, дикие заспавнятся. Потому что на лесу, на некоторых локациях вернули диких. Там, где их убирали в прошлом вайпе. О, неплохо. Что это такое было? Ой-ой-ой, что-то у меня рассинхроны какие-то жесткие. Что это такое? Вроде налагодилось. Что-то интернет дал слабину. Что это за тело, интересно, здесь? Обычный дикий. ПСки мне уже не нужны. Можно выкидывать, даже не проверять. И магазины. Погнали сначала здесь проверим. Ой, здесь же можно слева гофрированные шланги проверить в гаражах. Нет, есть болты. Шланги мне здесь раньше довольно-таки часто попадались. Я, прикиньте, первая курточка и какой-то ключик чётенький. Не повезло. Магнит мне нужен был. ВДХ тоже заберем. Сейчас вот туда-сюда, и можно будет с нее скрафтить маленькую на схрон.
Дикие все-таки сюда вернулись, судя по всему. Вот это вот, которого я только что убил. Он, правда, там сидел, интересно, так вообще как-то непонятно. Что он там вообще делал? Покушать есть. Денюжка тоже есть. О, 203-я общага. Давай спрячем. Мне как раз вот в прошлой части, по-моему, дали задание сходить в эту комнату. Что-то как-то чересчур тихо на карте. Вообще нигде ни выстрела, вообще ничего не происходит, как будто бы. Может, я сам загрузился? Может же ж быть такое. Сейчас вот туда-сюда у меня мешок будет полный. По-моему, у меня такие лежат компоненты электроники. Теперь нужно на ту сторону возвращаться, там в белом здании еще две курточки. Если кто смотрел меня в прошлом сезоне, помнит, как я расхваливал вот это вот место, село в начале вайпа, как здесь я курточки лутал. Смогу я перепрыгнуть? Нет. Здесь помимо курточек также лута куча. Вот видите, я только здесь три дома посмотрел. У меня этот мешок уже, считай, что полный. А там еще лутать и лутать. Сейчас видеокарта лежит. Нет. Раньше вот здесь вот спавнились дикие, и когда сюда бежишь, один-два здесь обычно спокойно мог найти. И также на самом выходе на тоннеле тоже дикие были. Ну, стрельба где-то слева. Ага, это я понял, там за болотами спавнятся дикие у камня, там где еще два ящика оружейные. Наверное, там кто-то диких... убивает. А я уже думал то, что я сам на карте. О, пожалуйста, санаторий 205, западка. Не помню, что за ключик, если честно. Ну, уже приятно. Давайте все-таки его спрячем. А слышите, вот мне кажется, или появился звук, вот когда курточка открывается, как будто бы ты складываешь оружие. Раньше, по-моему, не было такого звука. Вот сейчас я здесь сумочку буду лутать, смотреть. Вот слушайте. Слышите, клац такой. Клац-клац.
Что-то я не помню такого звука. Вот обратно, слышите? Еще 203-й. Только я вот это вот посмотрел, не помню куртку. Не, чуть не прошляпил. Сникерс. Ух ты, РК-3, неплохо. Хорошая рукоятка. Коттеджем я, наверное, уже идти не буду. Вот эти вот домики посмотрю и сразу вправо, в сторону Норвинского буду уходить. Там уже так довольно опасно ошиваться. АСВ я, по-моему, пока не могу купить. Если я ее в этом рейде потеряю, то этот квестик пока не получится заново сделать. Поэтому желательно, конечно, аккуратно это все выполнять. Лута, конечно, уже достаточно. О, часы еще золотые. Можно один жгут скинуть. А шины у меня. Вот так вот. 50 тысяч лишних никогда не будут. Неплохо. Один квестовый ключик и один ключик от западки. Это один заход на карту, два ключика, которые мне были нужны. А может, и не совсем они мне нужны. Вот, ну как минимум один точно нужен. Мы получили. А так вот несколько раз можно побегать и пожалуйста. Стоп, а что это за тайник? Он здесь всегда был? Вот за все время, что я играю, вот... Реально первый раз я нашел этот тайничок. О, и Lucky Strike. Напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли он или это его добавили. А ну интересно, что по диким. Не появляются у тоннеля. У этого блокпоста тоже были. На острове гуляют. Они еще спалили меня. Ничего себе. Вы это видели?
Вообще шикарно, просто полутался. Вот и как раз место освободили на схроне. Мне вот интересно, как, во-первых, они меня спалили, а во-вторых, как вообще с такого расстояния они... Ой, ладно, это ж Тарков, все может быть. Зашел за дикого на маяк. Хочу тут немного подлутаться. По крайней мере, попробовать подлутаться. Мне достаточно много нужно разных интересных предметов. Таких, к примеру, как маленькая ВДшка. Также два набора для шитья красавчик нужны. Вот, вот это вот довольно частенько я здесь раньше находил. И вот надеюсь, то, что сейчас тоже найду. Время 32 минуты целые нам дали. Пойдем, наверное, посмотрим базу отступников. В этом вайпе я еще там не лазил. Может, вдруг там что-то даже поменялось. Погнали, посмотрим. Если меня, конечно, не убьют. Терять мне нечего. Ничего такого нету, поэтому погнали. А если выживем, полутаемся, то рюкзак у меня большой. Лутецкого получится вынести нормально так. Никого нету за пулеметами. Этих ребят убили. А, там есть, сидит. Кто-то побежал внизу. Наверх отступником, значит, мы не полезем. Я думаю, мы внизу налутать сможем нормально. А хотелось бы, конечно, он лежит, красавчик. Может, это где-то внизу? Здорово. Здесь, судя по всему, не лутано. Или лутано. Или не лутано, непонятно. Ух ты. Вот это сюрприз. И вот мой хваленый рюкзак уже, считай, что полный. Это что за хрень? Здорово. Hello. Кто-то по кустам бегает. А, это этот. Отступник. Справа кто-то бежит. Ключ от шохи. Здорово. Hello. Или это он побежал? Ладно, пусть бежит, а мы будем своими делами заниматься. Ну, пожалуйста, ВПХ. Дикие подходят. Так, надо теперь лишах скидывать. Брум. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот ты шалава!
разгрузочку какую-то, конечно, найти побольше немного. Было бы вообще очень кстати. Надеюсь, мне пригодятся патроны. Если что, будем ножом отбиваться. Ух ты, это по мне. Навар, бро, дикий. От гнида. Сука ты, блядь, не упырь, блядь, гнида, блядь. Шо он по своим стреляет? Хорошо, хоть не попал ни разу. Биток. А на что мы его махнем? Давай на шоху. Пусть ребята думают, что там ключ спавнится. Единственное, что печально. Не попадаются предметы, которые мне сейчас реально нужны. Военный кабель. Сейчас посмотрю вот здесь спавн лута. И пойду тогда дальше смотреть этот вертолеты. Блин, у него кто-то стреляет. И убить не может. Это, наверное, вот этот дикий, который в меня стрелял. А здесь что-то... А, не, не пустовато. Провода. Так себе подгончик. Убил? Не, не убил. Ну как он по нему стреляет, интересно. Чё, шкура цела, уже неплохо, а? Главное, чтобы он меня не убил. Поэтому не будем ему там мешать лутаться. Кто такой сомнительный, дикий? Вот этот прицельчик, по-моему, денег стоит.
Вот это уже в него начали стрелять. Ответочка пошла. Не, незачем на эти проблемы нарываться. Ух ты, присадка. А ключик 103, зачем я его с собой ношу? Качнем. Найди кому метаболизм. Пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Так, а что у нас здесь по луту? Давай картотеки тоже посмотрим, время позволяет. Вот так как-то вообще печальненько. Кэп еще лежит. Что будем, наверное, бежать к выходу. Можно еще вот здесь посмотреть, будет сумочку и ящик с инструментами. Потом перебежать туда, к центральному зданию. Там тоже полутать. Может быть, вдруг все-таки нам что-то да попадется полезное.
Давненько я в эту палатку не заходил. Здесь модули спавнятся. И ящичек один военный. Хоть шлем нашел. И АПшки 8 штук. Вот это сюда. Это мне дело пригодится. Еще присадка. Все к барыгам, короче. Потом по бабам. А на что бы ее поменять? Давай физраствор. О, оружейная смазка. Блин, ладно, давай АПшки 4 штучки скинем. Она мне пригодится для третьего улучшения верстака. В прошлом сезоне я ее так и не смог найти. Главное, чтобы когда я выходил, эти по мне не начали стрелять. Еще один датчик. Ну давай присадочку еще найдем. Датчик просто денежек стоит больше. Ничего себе. Виртекс, говорите. Кто-то по железу. Здорово. Hello. Это дикий. Залутал отступников. Вот это они, наверное, на него и орут. Может, его убьют, и мы его подлутаем. Ой-ой-ой, еще один автомобильный аккумулятор. Блин. А что мы скинем? Что мы скинем? Военный кабель не особо дорогой. Элитки. Еще одну ячейку надо освободить. Давай шины скинем. Мне кажется, что это обычный дикий, не челобот. У меня выход вообще здесь работает? Да, ворота промзоны. Ну пойдемте тогда на выход. Что, Таркола стоит? Вот это вот, конечно, два автомобильных аккумулятора меня нормально так порадовали. Хороший рейдик получился.
Так, и вот, ребят, наконец-то дошли руки до выполнения квестов на улицах Таркова. Зашел я, естественно, за ЧВКшника. У меня здесь, получается, есть три задания. Сейчас я это вам все покажу. Первое, мне нужно продрассветка, найти магазины продуктовые. Дальше мне нужно забрать посылку в почте. И аудит нужно забрать, короче, там какую-то ерунду, типа банка. Вот, где я сейчас нахожусь? Улица Климова. Супа, это не здесь? Валит снайпер. А, вот отель Пайнвуд, да, вот сюда выходить нельзя. А первая, по-моему, у меня есть. Вот зона подачи сигнала. Первое здание как раз у меня, по-моему, за Пайнвудом находится. Или в самом отеле. Ну, ребят, война где-то. Где-то такое, как... А, он бегает кто-то. Мне с вами не по пути, ребята. Что-то у ребят какая-то стрельба прям с самого начала рейда серьезная. Покушать. А мне бы просто квестики сделать. Это ж не этот ресторан, по-моему, мне нужен. Да, верно, не ресторан. Может, что-то покушать найдем. Покушать нет, зато батарейка лежит. О, Дентал, это ж, блин, здесь ребята солевы искали. Что это, картотеки, да, посмотрим. Пока время есть и мы живые, может найдем что-то. Ух, как лута много.
от каких-то из этих комнат. Вот это она. Вот здесь, я помню, гопстера лежала солево. Шприцы спавнятся, мул. Ничего себе. Неплохо. Это мы вот так вот сразу сделаем. Такое ощущение, будто на лабораторию зашел. Но только комнаты открыты. Попить лежит. Больше ничего интересного. А вот еще как... А, ты тут туалет. Да, ничего нет. Мне бы сейчас сообразить вообще, куда мне идти нужно. Опа, покушать. Это, конечно, все очень хорошо и интересно. Где-то же здесь должно быть здание. С той стороны я уже был. Где-то рядом что-то стреляет. И, кстати, звук какой-то интересный. Достаточно незнакомый совсем. Что-то, короче, вообще не понимаю, куда мне нужно идти. Погнали в бургер-слот. С улицы уйдем. Попить, покушать лежит. Так, по задачам давайте посмотрим. Шестерочка Никитицкая, спаржа Приморский, спаржа в отеле Пайнвуд. То есть где-то здесь же что все-таки спаржа должна быть. Давайте полностью попытаюсь вокруг оббежать это здание. А вот спаржа, все, нашел. Труп лежит. Hello, бро. Здорово. Кто-то здесь уже был. А, это не мул, это тримадол. Что-то такое. Вообще непонятный какой-то этот шприц новый, походу. Я думал, это этот мул. Спрятал его сразу. Здесь трупы у спаржи. Hello, бро, no bro, no war. Слышишь? Здорово. Дикие. Кому я тут ору, no war? Вот сюда, короче, пробегаете за середину торгового зала и, пожалуйста, подзадача выполнена.
Ну, еды у меня воды достаточно. Поэтому, я думаю, лазить здесь больше не будем. Вот только заберем себе пояс. Хорошенько мне так место сэкономит. Тушеночка. Это чего кашник лежит? Разлутанный. Давайте свой скинем. Вдруг вернется. Так, а куда дальше это идти, а? Справа стрельба была, поэтому мне туда не хочется. Мне бы кинотеатр найти. Там бы я уже дальше как-то бы... А, вот смотрите, это шестерочка. Да, о, шестерочка, вот сюда мне надо, здесь у меня два задания. Выбрал верное направление, вот так понемногу и карту запомним. Вот, вот это вот здание мне нужно. Аудит, по-моему, называется задание. Здесь уже были ребята. Hello, бро. Здорово. Никого вроде нет. Мне нужно подняться на второй этаж. Как это тут сделать? Все пролутано уже. Вот. Hello, бро, Новар. И слиняли уже отсюда. Злые тарковчане. Вроде никого нет. Так, заходим в вот это вот помещение, Лакер Страйк. И вот, вот этой вот куче торчит вот бухгалтерские записи. Вот это вот квестовый предметик. Дождик пошел. У меня вес позволяет. Давайте на всякий случай заберем калашик. Вдруг пригодится. Дальше мне... Стоп. Не в ту сторону. Дальше мне нужна спаржа. Вот это вот выход река в коллекторе, или как-то так оно, короче, называется. У меня вот как раз, кстати, выход упавших кран. Можно будет там выйти. Вот второй магазин. Кабачковая икра. Пожалуйста. Мы посмотрим, может, еще что-то. Тушенка. Стой, стой, стой. И меля лежит.
Еда у меня присутствует. Так, дальше по задачам. А может сейчас посмотрим, может мы на машине поедем. Деньги я с собой взял. Ой, кстати, я же взял с собой от Конкордии ключ, который я находил. Может, если к ней подойдем, выполним задание. Выходы у меня получается дворец, двор-колодец, а выход зона эвакуации, упавший кран, улица Климова. Вот первую небольшую часть карты я уже так примерно немного выкупаю. От тушенки сколько насобирал. Выход у меня один вот там, с противоположной стороны кинотеатра находится. Один справа, это машина. Сейчас посмотрим, может быть, выйдем, одно задание сдадим. И потом перезайдем в следующий рейдик. Будем доделывать. Здесь тоже ребята лутались. Здесь же спавны есть, поэтому неудивительно. Слева у меня разрушенный дом, выход. Вот это вот здание тоже лутается, но я уже заходить не буду. Погнали выход искать. И вот, кстати, как-то затихло на карте. Бля, что это за стадо диких? Вот он! Ого! Вон он, вон он, блядь! Ладно. Бля, что-то там диких миллионы, что-то они какие-то чересчур... злые. Блин, так погибать не хочется. Здорово, ты слышишь? А, не его... А, не, не убили, показалось. Один готов, дикий. Наспавнилось их, конечно, тут. Блин. Давай ногу прищем. Вдруг сейчас придется бежать от этого ЧВКшника. Говорю же, дикие какие-то, свирепые. Говорю, пойдем с простенько выйдем, чтобы не умирать. И на тебя, пожалуйста.
Сейчас на всякий случай полностью отхилюсь, а потом только пойду. А бейсбол как раз на исходе. А это Адики, как я его не убил. А выход работает, он вышел. Наверное. Пойдемте поступим ему его примеру. Все отлично, выходим. Первый квестик на улицах Таркова мы выполнили. И теперь вот заходим к барахольщику. Отдаем ему отчеты и закрываем квест аудит. И больше он нам ничего не дал. Я надеялся на то, что это как... Ух ты, 200 тысяч зато он нам дал. Неплохо, хороший квестик. Но я думал, это какая-то может мини-линейка будет. Что-то он потом еще откроет. Но сейчас вот это вот все быстренько раскидываю и снова перезахожу на локацию. Итак, ребята, продолжаем выполнять квестики на улицах Таркова. Появились мы, кстати, шикарно на строечке. У нас здесь справа будет магазинчик по заданиям. Лишнее сразу повыбрасываем. Мне вот интересно, те магазины, которые я посетил в прошлом рейде, считаются или не считаются? Ага, засчитались, отлично. Вот обидно, конечно, то, что я палку колбасы потерял, которую на таможне нашел. Тут еще вот можно подлутаться. Вот мой первый магазин, который мне нужен. Заходим. Готово. Так, теперь... О, попить есть. Спасибо. Еще попить. Спасибо. Выходим вот сюда и идем в Конкордию. Она у нас получается где? Угу. Все. Повыполняли задание. Так вот мы снова на улицах Таркова. Появились этот раз в Пайнвуде. Вот у нас выход. И мне получается, нужно бежать к разрушенному. Ой, раскрус. Короче, к упавшему крану. Там у меня Конкордия и получается... Ля. Почта Руси. Ё, блин, это здание так близко находилось. Здесь у меня квестик с этим самым. Нужно письмо, короче, прапору забрать. Вот оно. Нормально, слышь, я так случайно нашел. Может, на выход потопаем? Квестик закроем и обратно будем заходить. А выходы у меня... Дворец-колодец. Ой, дворец-двор-колодец. Погнали-ка все-таки на выход. Вор
ворона тем более вот еще нашли. Блин, что-то откидывает интернет вообще. Печально. Бля, вообще нереально идти. Блин, еще и ботик на таком месте. Блин, да что это такое? Машины нету. Весело. Выходы вообще у меня на упавшем кране. Зона эвакуации, улица Климова. Вот может быть двор-колодец будет работать. Ну блин, ну это вообще нереально. Просто даже с места побежать не могу. Вот он! Блин. Что это за бред? ЧВКшник уже дохлый. А с рассинхронным ситуация не проходит. Все так же. Если сейчас еще двор-колодец не работает, то вообще печалька. Бля, было же все нормально. Я просто пилигрим не смог упустить. Выход работает, отлично. Вот это повезло. Пока живые уйдем, а то что-то с этим рассинхроном вообще как-то печально получается. Заходим в гости к прапору. Отдаем ему посылку. И закрываем квестик. Он, кстати, сразу следующий дает. Слава КПСС. Найти квартиру знакомого прапора на локации улица Таркова. Надо будет сейчас посмотреть, и может быть сейчас получится сразу два квестика выполнить. Также я получил второй, 20 уровень, и теперь у меня вот пооткрывались еще квестики. Прапор нам дает гренадера, у барахольщика любитель балета, это тоже улица Таркова, найти квартиру балетмейстера. Прикольно, сейчас тоже будем искать. И у егеря визит вежливости, это берег. Мутное дело, флешки нужно принести. И отшельник на маяк. Так, и вот мы снова на улицах Таркова. На этот раз это зона эвакуации, да?
Река в коллекторе, подземка. Так, о, отлично. Мне нужна стройка. А Пайнвуд где находится? Ой, это отель Пайнвуд. Терракорд, блин. Мне... Блин, делаем, что в прошлой части ничего не было. Вот мы снова перезашли. Взял с собой, кстати, мутантика, которого я по чуть-чуть собирал. И думаю, да ладно, что там собирать, погнали. Угу. Что-то мы в каком-то... месте таком интересном, непонятном. Палка спавнится. Для гречки сколько. Пулемет. Анализы предлагают сдать. Так, нам вначале разобраться, где мы сейчас вообще находимся. Змейский, Змейский. Переулок Змейский. Гараж какой-то. Ага, спаржа. О, кстати, а напротив спаржи у нас квестик есть. Что у нас тут? А? Ничего. Блин, там внутри стрельба. А не, правее немного. А, это стройка. Это там, где меня в прошлый раз слили. Помним такое, помним. А мне как раз туда куда-то надо. Блин, а где эта Конкордия? Что-то я ее, если честно, вообще не вижу. Давайте вот так вот попробуем обойти. А, это я понял, где это мы. Hello, bro. No war. Здорово. Дикий. Супер меткий игрок. Ой, здесь же ж там можно было... пролезть, неплохо подлутаться. Вот здесь вот. Пустите. СМС-очка.
Шприц какой-то вижу, морфий. А, не, неизвестный. Шина. Вот уже и лута подсобирали. Офтальмоскоп. Перфотан. Ля. Миллион каких-то непонятных, новых, неизвестных ключ. Ля, как мне сюда пробраться, чтобы его забрать? Вот так вот. Вылезу теперь отсюда. Вот это я залез, красавчик. Все, наигрались. Да. А не, не наигрались, нормально все. Вот здесь еще сумочку где-то. А вон еще сумка, смотрите. Тоже медицина спавнится. Так, не хочу больше экспериментировать. Погнали задание выполнять. Можно было бы, конечно, здесь позаглядать. Но мы что здесь не за этим, мы выполняем задание. Что у нас тут наверху? Такое интересное помещение. Что это все? Ага, это мы вышли за спаржу. Hello, бро. Здорово. У нас какой-то ЧВКшник, походу, справа. Или нет, никого, может, просто показалось. Так, ладно, тут лутаться, смотрите, вообще сколько. Hello, hello. Здорово. Это там не боссы новые? Нет, это я что-то. А, он Конкордия. Все, отлично, погнали. Туда вышли. Hello, бро, навар. Здорово. Не хотят со мной разговаривать. А это на втором. А я через здание не могу дальше, да, пройти?
А, вот Терракорд, она... Конкордия у Терракорд. То есть я, получается, все время рядом ходил. Блин, он где-то рядом. Побежал куда-то. Блин, я могу как-то... Он куда-то забежал, непонятно куда. Ага, вот он. Где-то сюда убежал. Блин, отдача, конечно, страшная. Это челобот. А этого я не убил? Получается, нет. На магазин докидать. И на эту сторону перебежать. Мне нужно, получается, найти магазин. После того, как я найду магазин, уже можно что-то сделать. А, это не та Конкордия. Вот, которую мы искали. Вот где-то здесь должен быть магазин. Сними кепку! Вот только где он? Блин, а где тут выход? Как я забегал? Ага, вот. Садик какой-то. Я чуть не могу понять, а где здание по моему заданию? Сказано тоже, что оно в Конкордии находится. Задача. Подразведка. Гашан в Каркове. Все верно. А, вот походу. Да, все. Нашли. Теперь мне нужно... бежать на выход. Зона эвакуация, разрушенный дом, улица Климова, двор колодец. А, труп лежит, и кто-то там шоркается. Но отсюда я уже примерно могу
выкупить, как мне к выходу бежать. Сейчас сначала магазины докидаем. Ботик орёт. Мне получается нужно через стройку. А здесь уже, смотрите, ребята воевали. Нужно по Шурику отсюда слинять. Я уже нашумел. Здесь диких набито. Так, я хоть правильно бегу, интересно. А стоп, это в этом рейде я тут появился, по-моему. Ага, все правильно, выбежал, отлично. Он уже сейчас меня тут дикие не замесили. И вот наш выход. Подходим и выходим. Так бежал, спешил к выходу. Думал, сейчас закрою еще один квестик. А короче, забыл за колбасу. Что для закрытия этого квеста продразведка мне еще нужно найти палку колбасы «Соленый пес». Ну, будем искать. На этом будем заканчивать эту часть. Всем спасибо за внимание и всем пока.